вытянули, да? Прыгаем, убираемся. Все, тянем. Тянем спиной, а не руками. В музее военно-морской славы депутат Государственной Думы Юрий Станкевич попробовал себя в роли гребца на морской шлюпке Ял-6. Многие экспонаты музея гостям города были уже знакомы. Этой весной передвижную выставку, посвященную жизни и подвигам прославленного адмирала Федора Ушакова, представили в Государственной Думе. Впрочем, не в полном составе. Экскурсия по музею получилась живой, яркой, динамичной. Большое спасибо хранителям музея, руководителю музея Сергею Михайловичу Яковлеву за то, что он вкладывает каждый день частичку своей души для того, чтобы эта экспозиция приумножалась. И те люди, которые сюда приезжают, в первую очередь, конечно, это подрастающее поколение, они действительно понимали, в какой великой, большой стране они живут. Познакомиться с богатой историей закрытого города, увидеть своими глазами, как живет Саров, узнать, какие значимые вопросы его развития можно внести в повестку Госдумы, а также обсудить вопросы бюджетной обеспеченности и создания комфортных условий для жизни саровчан. В рамках визита депутаты встретились с главой города Алексеем Сафоновым. Очень содержательное общение, подробный рассказ об истории Сарова, о тех вопросах, которыми сегодня живет город, о перспективах развития. Мы получили довольно исчерпывающую информацию о том, что большие бюджетные средства планируется направить и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе, и существенная поддержка для молодых семей, для тех ученых, которые будут приезжать. В Сарове депутаты пробыли день. Народные избранники успели не только провести деловые встречи, но и познакомились с достопримечательностями города, а также побывали в музее ядерного оружия. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.